Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будут светильники из коллекции Morta от производителя Conlux. Это коллекция точечных врезных светильников. Изготовлены они из стекла и алюминия. Состоит коллекция из моделей круглой формы и квадратной. Покажу я вам именно круглую форму. Они предлагаются с прозрачным стеклом и с черным. Черный цвет здесь будет только на этой лицевой части и на, так сказать, тыльной, та, которая будет к потолку. А боковая часть стекла и внутренняя, они прозрачные, поэтому свет будет попадать на потолок вокруг светильника, так же, как у модели с прозрачным стеклом. В комплекте со светильником будет патрон G5.3, такой, под такую лампу. Такие лампы бывают на 12 вольт или на 220. Также можно будет отдельно купить патрон GU10 и к нему же лампу. Такие лампы бывают только на 220 вольт. Кроме вольтажа, принципиальной разницы между ними нет. Оба варианта хороши, светят они абсолютно одинаково. Единственное, есть небольшая разница в глубине посадки, она буквально 4 мм. С патроном G5.3 она составляет 55 мм, а GU10 будет 59 мм. Лампочка приобретается отдельно. Максимально допустимая мощность потребления лампы 50 Вт. Для того, чтобы установить лампочку, нужно будет вот это центральное кольцо достать, потянув его на себя. Так, устанавливаем лампочку и кольцом ее фиксируем. То есть для того, чтобы заменить лампочку, светильник с потолка снимать не нужно будет. Для установки светильника в потолке необходимо будет вырезать отверстие. Оно должно быть диаметром от 65 мм до 70 мм. Есть крепежные лапки, которые удерживают светильник на потолке. Ну и в завершение, давайте я подключу по очереди светильники, посмотрим, как они смотрятся включенными. Так выглядит прозрачный. И вот так смотрится модель с черным стеклом. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.